Татя Хао! Привет всем! Перед вами, как всегда, по вторникам очередной выпуск дайджеста об электромобилях из Китая от канала Volt Auto. В этом выпуске мы детально расскажем, какие новинки рынок Поднебесный нам предложил в конце последнего месяца весны. Да, май заканчивается, и впереди жаркое лето. И, как говорится в этой крупнейшей азиатской стране, зоупа! Поехали! Китайский концерн BYD произвел 1 миллион легковых электроавто. Юбилейным электромобилем на конвейере стал представительский седан Han EV. К слову, большой обзор этого электрокара уже давно есть на нашем канале в разделе «Большая коллекция». И то, что именно эта модель BYD станет миллионной, было ожидаемо, так как именно Han EV сейчас самая продаваемая модель в линейке концерна. Поэтому понятно, что ее производят чаще, чем остальные. Стоит вспомнить, что еще в 2004 году BYD представила свой первый электрический концепт-кар ET во время автосалона в Пекине. И вот не прошло и 16 лет, как концерн выпустил миллионный электромобиль. По сути, этот бренд, в случае с легковыми электроавто, развивался почти параллельно с Tesla. Компания Маска выпустила свой миллионный электрокар ровно на год раньше. Однако BYD также занимается выпуском электроавтобусов и спецтехники. И таких крупных концернов, как BYD в Китае, еще минимум 5. Хотели бы отметить еще одну электрическую модель в линейке BYD, а именно Tan EV. Это большой 7-местный электрокроссовер. Как вы уже догадались, обзор этой модели также есть у нас в разделе «Большая коллекция». Именно на этой модели впервые начали устанавливать самую безопасную в мире по заявлению производителя батарею типа Blade Battery. Аккумуляторные блоки состоят из ячеек пакетного типа. Они не воспламеняются при любом физическом повреждении, даже при сквозном пробитии. Именно такой тип батарей устанавливается и для уже упомянутой модели BYD Han EV. Мы искренне рады за этот концерн и надеемся, что когда-то вам покажем новость о том, что привезли в Украину, может, не миллионы, но как минимум 100-тысячный электромобиль бренда BYD. В прошлом году мы рассказывали об эффектном концепте электроседания Weltmaster Maven. Он должен был выйти на рынок в виде серийной модели уже в этом году. Но компания VM Motor решила сделать своим первым седаном более скромную модель. Она получила индекс E5. И вот этот седан как раз и выйдет на рынок КНР до конца года. Электромобиль уже сертифицировали. На борту один электромотор мощностью 50 кВт или 68 лошадиных сил. Также заявлен запас хода 700 км, который подсчитан по методике NEDC. Такой пробег даст трехкомпонентная литиево-ионная батарея неназванной емкости. Максимальная скорость седана – 170 км в час. Глядя на этот будущий серийный электрокар, невольно думаешь, что на рынке все же хотелось бы видеть серийный Maven. Дизайнеры и инженеры VM в этом концепте добились завидного аэродинамического коэффициента 0,23. Вместе с этим для Maven озвучивался запас хода 800 км и автопилот третьего уровня. Нам остается вспомнить, что в активе этого производителя есть серийный кроссовер Weltmaster EX5. Уверены, вы уже догадались, что обзор и этого электромобиля есть на нашем канале. Поэтому очень рекомендуем! Цифровой гигант Baidu запустил в Пекине сервис беспилотного такси Apollo Go. Такая услуга впервые официально появилась на рынке Китая с начала мая. Отметим, что Baidu развивает беспилотные технологии уже в течение 8 лет. Парк тестовых авто насчитывает 500 автомобилей, и они уже проехали 10 миллионов тестовых километров. Основной моделью в парке Apollo Go стал кроссовер Hongqi EH-S3. К слову, помните, что означает название этой марки? Все верно, красное знамя. Четвертый уровень автопилота для него обеспечивают лидар, два радара, пара GPS-модулей, 4 камеры и другие сенсоры. Машина определяет объекты и просчитывает дорожную обстановку на 240 метров вперед. Британская фирма Lotus Cars анонсировала новый электрический спорткар Lotus Emira. Как выразились представители бренда, он будет с потрясающими характеристиками. Хотя если вспомнить, что в активе Lotus уже есть электрогиперкар Evija с безумными показателями, то даже трудно представить, что может быть лучше. Но наверняка об этом мы узнаем во время мировой премьеры, которая состоится уже 6 июля. В деле электрокар планируют показать на фестивале скорости в Гудвуде. Если пандемия не внесет свои коррективы, то он пройдет с 8 по 11 июля. Название Эмира, как сообщили в Lotus, переводится как «командир» или «лидер». Отметим общую черту в названиях разных моделей британцев, а именно букву «и» в начале названий. Например, Evija, Evora, Elise и Exige. Как вы знаете, в дайджесте мы рассказываем только новости об электромобилях от китайских производителей или информацию, связанную с ними.
Владельцем британского бренда Lotus уже немалое время является Geely, один из крупнейших автоконцернов Поднебесной. И именно в китайских лабораториях и тестовых центрах для британской марки разработаны 4 новые архитектуры. Их концерн планирует продавать другим производителям от имени Lotus Engineering, дочерней структуры Lotus'а. Одна из платформ получила название Elemental, она отличается повышенной легкостью. Кстати, именно на ней и построена Эмира. Архитектура Extreme нам уже известна по гиперкару Evija, а платформа для масс-производства называется Evolution, на ней базируется модель Lambda. Четвертой стала платформа eSports, она уже зарезервирована французским брендом Alpine, который также теперь себя видит только электрическим. Под конец этой новости еще раз подчеркнем, что все эти технологии или разработаны, или принадлежат одному из крупнейших концернов Китая. Именно КНР, а не компаниям из США или Европы. Не говоря уже об Украине или России. Молодая китайская марка Poco показала вторую модель. Конечно же, это электрокар, а именно четырехместный хэтчбэк под названием Tuo Tuo. Есть данные, что еще в мае он встанет на конвейер, а уже в июне появится в продаже. У электрохэтча есть один электромотор мощностью 29 кВт или 39 лошадиных сил. Он позволяет разгоняться до 100 км в час, но и только. Батарею можно выбрать. Первая емкостью 9,2 кВт-часа, вторая 14 кВт-часов. Запас хода для первой 120 км, а для более емкой 170 км. Расчет производился по циклу NEDC. При складывании задних сидений можно получить багажник объемом почти 1000 литров. На этой неделе мы хотели бы обратить ваше внимание на два обзора электроавто, которые вышли на нашем канале за последнее время. В прошлый четверг на канале появился обзор компактного электрического кроссовера Geely M-Grand GSE. Сразу стоит сказать, что это один из самых редких электромобилей на просторах русскоязычного YouTube. Еще советуем посмотреть видео о большом электрическом кроссовере от NIO. Первая серийная модель ES8 от этого производителя хорошо известна, так как не первый год на рынке. И зарекомендовала она себя очень хорошо. Уверены, если вам нужно семейное электроавто с салоном на 6 или 7 мест, то вы обязательно рассмотрите все сильные стороны этой модели. А о них детально рассказано в обзоре. Обе ссылки в описании к видео. Электрокроссовер BMW iX3 находится на рынке меньше года, но для него уже готовят обновление экстерьера. Все дело в том, что исходная топливная модель имеет уже 3 поколения. Впервые модель BMW X3, у которой поменяли движок, поставили батарею и дали приставку i, вышла на рынок еще летом 2017-го. Поэтому для топливной, а заодно и для электроверсии настало время фейслифтинга. Изменения коснутся бампера с отражателями и оптики. Воздухозаборники получат черты более дорогого электрического кроссовера BMW iX. По технической части iX3 не получит обновлений. Это все тот же электромотор на 210 кВт или 286 лошадиных сил и 460 км пробега по циклу WLTP. В Китае эту модель производит совместное предприятие BMW Brilliance. На прошлой неделе был представлен новый электромобиль, разработанный интернет-гигантом Alibaba совместно с мировым лидером по производству дронов DJI. Новинкой его можно назвать лишь условно, так как модель Baotun Kiwi EV основана на хорошо известной электромодели Baotun E300. Даже скажем больше, это все тот же электромобиль, только переименованный, но, как утверждают разработчики, с совершенно новыми системами на борту. Kiwi EV имеет все тот же двигатель, что и E300, мощностью 40 кВт или 55 электролошадок. Аккумулятор емкостью 301 кВт-час обеспечит запас хода 305 км. Мы уже не один раз вам рассказывали о станциях по замене батарей у NIO. А в прошлом дайджесте показали, что еще один производитель работает над подобной базой. Советуем посмотреть прошлый выпуск, и вы узнаете, что за бренд присоединился к движению сменщиков. И похоже, это движение набирает обороты. Судите сами. Бренд Aways официально сообщил о работе над своей станцией быстрой замены батарей. Она пока что тестируется. Технологию обкатывают на специальной модификации электрического кроссовера Aways U5. О нем мы вам уже не раз рассказывали. При этом в Aways пытаются смотреть немного шире, чем конкуренты. Компания разрабатывает такие станции для служб такси. То есть постоянные клиенты на замену будут точно. Хотя уверены, что они планируют продавать эту технологию как дополнительный бизнес. Поэтому в планах китайской компании за последующие 3 года выпустить 20 тысяч электромобилей с заменяемой батареей и построить 200 станций в 17 городах Китая. Напомним, компания Aways основана в 2017 году, но уже в марте 2019 она представила свой серийный электромобиль Aways U5 на Женевском автосалоне. Видели лично, нам понравился. А с 2020 ее электромобили продаются в Германии, Нидерландах, Франции, Израиле и Дании.
Если вам понравился один из сегодняшних электрокаров, то со временем вы сможете его купить прямиком из Поднебесной у нас, самого крупного украинского импортера электромобилей из Китая, компании Volt Auto. А пока предлагаем ознакомиться с нашими актуальными предложениями прямо сейчас на канале Volt Auto в мессенджере Telegram. Там мы публикуем посты о новых электромобилях и электрокарах с пробегом, которые сейчас есть в продаже. Каждому авто прилагается короткое описание и фото, а все детали той или иной модели или же процесса покупки вам расскажут наши менеджеры при личной консультации. Прямая ссылка на канал в Телеграме в описании под этим видео. А на этом у нас на сегодня все. До встречи уже в этот четверг в новом видео на нашем канале. Зайцен!